Я родился в Москве. К началу, вот к тому времени, что мне родиться, они служили в главном военном госпитале в Лефортове, в том его подразделении, которое выполняло функции полевого эвакогоспиталя. Мама там была военпредом и принимала всякую железнодорожную продукцию. А папа там заведовал подразделением, разрабатывавшим передвижные рентгеновские установки. В частности, вот и те, которые должны были быть на колесах, они были рентгеновскими отделениями санитарных поездов. Потому что там раненые, да? У раненых переломы, осколки, пули и прочее, да? Значит, им рентген необходим. Значит, необходим рентгеновский кабинет. Но это условия своеобразные. Это условия вагона. Ну и так далее. Вот папа этим занимался, а мама это принимала как продукцию в качестве военпреда. Ну, короче говоря, вот они там познакомились в Москве. Эвакуируют в Сибирь, в Омск. Ну и по дороге там произошло то, что папе сильно не понравилось, и он подал рапорт на передовую. Ну, его послали не, ну, все-таки он был уже офицер, военврач с опытом, со стажем. Его послали в военный госпиталь, вот главный госпиталь. И в частности у него было задание такое, ну, серьезно. Ему поручили вывести из Харькова рентгеновский институт. Харьков был столицей Украины тогда. Не Киев, а Харьков. И основные учреждения, там, университет, академия, научные институты были именно в Харькове. Рентгеновский институт – это третий после Московского и Ленинградского. Это важно, потому что там специалисты и аппаратура. Вот это все надо было вывести по возможности полностью, ну, хотя бы аппаратуру. А Харьков должны были вот-вот немцы окружить, а наши сдать. И вот в этих условиях папа туда был направлен, ну, военно-медицинским управлением. И он это успешно совершил. Сильно рискованное было дело. Ну, удалось, повезло. И вот они, значит, работают в этом госпитале. А мама, чтобы с папой не разлучаться, стала работать техником-рентгенологом. Быстро-быстро закончила соответствующие курсы, освоила аппаратуру и технику. Она очень способная была девушка. Вот. А дальше вот мне родиться, значит, там, в родильном отделении этого, ну, было соответствующее, поскольку женщины были в армии, и они рожали. Ну вот я и родился. Там были воздушные тревоги, и мама требовала, надо было идти в бомбоубежище, но она не хотела, а требовала, чтобы меня ей приносили. И со мной переживала, ну вот обошлось. Вот так я оказался в эвакуации. Ну и там год, наверное, до 44-го я был с ними, а потом в 44-м мы уже вернулись. Это вот в каком-то смысле, пожалуй, что я оказался человеком на своем месте, потому что я этого места не создавал, а случайно занял. Она оказалась для меня подходя. Значит, это длинная такая довольно история, если ее целиком рассказывать. Но можно рассказать ее короткую часть. Я хотел заниматься литературой, литературоведением давно, ну, с отрочества.
Ну, так получилось, мне стало интересно, как это все устроено, и как вообще люди устроены, как они думают, как они чувствуют и так далее. Значит, будь моя, ну, а потом надо было выбирать, а я рос во врачебной семье, и все эти разговоры, там я с детства умел накладывать повязки, делать уколы, я знал, что такое асептика и антисептика, санитария, гигиена, вот это у меня все было. Но из духа противоречия свойственного юношеству я этим заниматься не хотел бы. А как быть? Значит, было понятно, что заниматься литературой советской официально. Вот мне тогда было, это невозможно, это был 59-й год, когда я заканчивал школу, а выбор я осуществлял где-то в 55-м. Это было такое время, когда уже настроение несогласия, недовольства становились уже настроениями критическими и очень распространенными. Не годится. Психология, и тоже это было понятно, но чтобы вы представляли, значит, в 59-м году в Москве был Норберт Винер. Слышали, такой был человек? А знаете такое слово кибернетика? Вот есть человек, которого принято называть отцом кибернетики. Это человек Норберт Винер. И действительно, он написал, а к тому времени перевели и издали в Москве, такую довольно тонкую книжку, которая называлась «Кибернетика» или «Управление и связь в животном и машине». Кибернетика, управление и связь в животном и машине. И Винер был в Москве и читал лекцию, публичную лекцию в Политехническом музее. Я там был на этой лекции. Вам 17 лет? Мне было 17 лет, да. И вот как раз я кончил школу и поступал в институт. Вот такое время было. А до этого в энциклопедии было написано «Кибернетика, буржуазная лженаука». Ну вот, вот такое время было. Это все менялось на глазах буквально. Ну и прочее. И понятно было, что психологией нельзя заниматься. Потому что это все, ну вот, честной психологии, честно и интересно, потому что было павловское учение, павловское эссе, это все было ужасно. Там я не буду рассказывать детали. Но людей сажали и стреляли, понимаете? Это все кошмарно было, 40-е годы. Конечно, не так, как с генетикой, но все-таки. А в смысле, вы в 17 лет это понимали, что людей сажают и стреляют? Я знал. У меня был папа врач, который был знаком там, с Арбели, физиологом, который работал у Вовси. Я знал, что такое дело врачей. Ну, я это все знал по своим детским годам. Я это читал, книжки такие соответствующие. Я знал, что такое русское первенство. Я знал, кто изобрел закон сохранения энергии, и знал, какова была грустная участь изобретателя. Ну, открывателя, ну, неважно, много чего знал. Это, ну, очень неплохое образование давала школа. Впрочем, и вуз тоже, ну, если хотеть. Ну, там я себя вел в институте слишком вольно и свободно. А в чем это выражалось? Я более или менее делал, чем мне хотелось. Пропускал лекции, выступал, там писал статьи, делал стенг... Ну вот я выпустил стенгазету, которая вся содержала переводы из Аполлинера. Это значит, как он, 62-й год. Они еще не были напечатаны нигде у нас. Еще Кудинов не печатал своих переводов.
Но у меня были собственные переводы. И вот висит там в гардеробе в одном из корпусов первой городской больницы, висит такая большая стенгазета, и там вот, ну это что такое, это как? И я не ходил там, не согласовывал. Еще и все довольны. Студенты довольны, преподаватели довольны. И партбюро не возражает, потому что парторг вуза хороший, понимающий человек. Ну и как это? А там ведь есть еще там деканы и профессора старого закала. Ну, вот. Короче говоря, хотя на меня были там какие-то заявки, запросы, а тогда была система распределения. Между прочим, вот сейчас меняется положение с высшей школы, уменьшается количество бюджетных мест. Вы, наверное, в курсе, да? Это такая новость дня, как бы. Это одна сторона дела, а другая сторона дела, что снова начинают говорить об обязательном распределении. Обязательное распределение – такая коварная штука. И вот обязательное распределение. Меня распределили в армию. Ну, хорошо. Ну, там целая история. Я служил в привилегированных частях, в элитных. Я был врачом батальона связи Генштаба. Это серьезное дело под Москву. Но причем это батальон связи Генштаба, это все секретность довольно высокая, а у меня это ничего не оформлено. Ну, короче, потом меня перевели, и я был младшим врачом в инженерном полку, тоже подмосковном, еще ближних, еще ближе. Интересного было, но это не так важно для повествования. А потом я вернулся, а тем временем срок мой кончился двухлетний. Отработал я. Я отработал, очень все хорошо, я свободен. Но отработал я и вернулся летом. Я был призван летом и уволен летом. Это все очень хорошо, но у меня нет никакой медицинской специализации, кроме вот врач-физиолог. Но это никому на гражданке нет. То есть я мог бы пойти на какие-нибудь подводные, это было неинтересно. Или морские там меня, мне приглашали. Короче говоря, я решил, что мне надо вспомнить медицину. И что я буду делать дальше? А тогда в Москве была скорая помощь, а была еще и неотложная помощь. Такая была организация экстренной помощи. Скорая помощь – это средство транспортировки, в основном, между местом, где человеку стало плохо, и стационаром, где есть отделение экстренное. Ну, в пределе это институт Склифосовского, который весь специализирован на скорую помощь. А неотложная помощь – это такое медицинское подразделение, обычно связанное с ближайшим стационаром и поликлиникой, где вот вы их вызываете, и они смотрят, и если есть возможность, они находят, если такую возможность, оказывать вам помощь на месте, они ее оказывают и сидят с вами, пока не станет лучше. А если нет, то они могут вас переместить в ближайшую местную больницу.
Если нет чего-то экстренного, операцию, ну тогда надо. И я, и такое, так, такой пункт неотложной помощи был совсем около моего дома. Я решил пойти туда работать. Я вспомню тем самым медицину, опыт, и у меня будет время, и такая нагрузка более свободная, и там нет каких-то общественных и всяких прочих. И я пошел. Пошел, там была такая тетенька, очень славная. Она говорит, все хорошо, но только я вас не могу взять, у вас нет специализации. Понимаете, значит, я учился 6 лет в институте. Ну, там бывало по-разному, бывало 5 лет и 2 года интернатуры, бывало 5 лет и год интернатуры. В это время уже было 6 лет. И у меня диплом медицинский, и написано «врач-лечебник». А врач-лечебник – это никто. Он не умеет ничего. То есть он должен уметь все, но уметь все за 4 года обучения клиническим дисциплинам невозможно. И он не умеет ничего. То есть он знает, что такое хирургия, что такое акушерство из гинекологии, что такое терапия, но уметь он не умеет. Как же выходить из положения? Для этого существует интернатура и ординатура. Ну, или аспирантура, но это гораздо труднее достижимо. И там в интернатуре 2 года, в ординатуре 2 или 3 года врач специализируется. Там, по терапии, по хирургии, по акушерству с гинекологией, по рентгенологии, по фтизиатрии, то есть по туберкулезу, по педиатрии, то есть по детским болезням, по неврологии, по психиатрии. В общем, специализируется. Еще 2 или 3 года в добавление к тем 6. Значит, получается уже 9. И вот тогда он уже получает удостоверение выпускника этой ординатуры или интернатуры и становится врачом со специальностью. Не врачом-лечебником, а врачом-педиатром или врачом там, рентгенологом или врачом-невропатологом, ну, врачом-психиатром. Вот так вот. Ну, сделайте сразу. 9 лет и специализацию. Вот нормально, если нормально, это обучение требует 10 лет. Я не планировал заниматься никакой наукой и никаким искусством. Меня интересовала литература, и я, ну, признаюсь, теперь уж чего греха таить, видел в себе там, ну, допустим, будущего, ну, Чехова, не Чехова, Вересаева, может быть, там, не знаю, докторов, которые занимались литературой профессионально, было достаточно много. И не только в России, во всем европейском мире. Это нормально. Вот так вот. И думал, что это мне пригодится. Но ничего подобного не произошло. Никаким Чеховым я никогда больше не собирался стать, кроме как, там, не знаю, в короткий период окончания школы, а просто мне стало интересно. Мне стало интересно общаться с людьми, помогать им. Я выбрал такую очень локальную часть психиатрии. Я занимался так называемой пограничной пограничной психиатрией. Это неврозы, психопатии,
легкие формы шизофрении, органические расстройства, не тяжелые. Пациенты с пограничными расстройствами редко попадают в стационар. Если они попадают в стационар, то они лежат в стационарах открытого типа. Никакого гнезда кукушки и палаты номер 6 для них нету и не предполагается. Это люди, как правило, работоспособные, способные создать, содержать и вести семью. И перспективные в смысле терапии. Перспективные и в смысле психотерапии, которой мне много пришлось заниматься, это очень хорошо. И в смысле медикаментозной терапии, которую можно было осуществлять на относительно небольших дозах достаточно мягких препаратов. Я довольно поздно это все прочел. Летом примерно 60-го или 61-го года, не помню уже точно, мне там, неважно в каких обстоятельствах, попало в руки на длительное чтение антология русской поэзии, собранная и изданная Ежовым и Шамуриным в 25-м году, в 1925 году. Это такая последняя крупная и свободная антология русской поэзии, потому что уже цензура была, но еще она не вступила в полное действие. И эта антология в этом смысле была совершенно свободная. Она там в недавние сравнительно годы была переиздана уже в наше время как такая культурная ценность. Вот такой кирпич большой. И чрезвычайно мне понравились стихи Мандельштама. Я их до этого в таком объеме не читал. Пастернака мне случалось читать и раньше. Цветаеву тоже случалось читать и раньше. В 60-м году вот вся история с Пастернаком в 58-м году происходит. А в 60-м году он помирает. Первый выпуск «Альманаха» руководит этим в редколлегии Казакевич, Эммануил Казакевич, звезда. Но звезда – это одно, а там есть флаги над городом, разные у него произведения. Мы запомнили звезду, кино прекрасное. И во втором выпуске литературной Москвы собираются публиковать уже законченный Пастернаком к этому времени роман «Доктор Живаго», но не целиком, но большую часть вот такого вот тома занимает этот роман. И Казакевич получает текст. Казакевич читает, а он, кроме того, что он писатель, он политработник, профессиональный. И он был действительно комендантом одного из немецких городов после войны. И он говорит: так что же, он больной уже, и больной уже плохо, ему недолго осталось. Он говорит: так что же, Борис Леонидович считает, будто бы Октябрьская революция была ошибкой. Вот это он извлек из чтения романа. И там есть подобные места, из которых можно сделать подобный вывод. И вот эти места собраны, 36 страниц дайджест, отдается членам Политбюро. Так принимается решение. Да, и я быстро раздобыл прижизненные
издания Мандельштама, они были доступны в Москве совершенно, только надо было знать места. Там в библиотеке ВЦСПС около Дома Союзов, пожалуйста, сиди, читай. Сиди, читай, переписывай, никто не помешает. Мне дали почитать машинопись стихотворений, при жизни не публиковавшихся. Это стихи 30-х годов. Стихи 30-х годов, написанные в Москве и в Воронеже. Стихи совершенно головокружительные. И я решил там посмотреть, а как сделаны стихи там Осипа Ильича. Такие, такие, интересно, так, сяк, получается. И мой приятель, который учился в Тарту, понявший, что я заинтересовался Мандельштамом, говорит, спрашивает, не хочу ли я сделать доклад о Мандельштаме на студенческой конференции в Тарту. Я еще был в это время студентом, но уже кончал, и вовсе кончал не филологический факультет, а кончал свой медицинский. Но это, он говорит, ты не беспокойся. Я подготовил такой очень маленький обзорный тренинг, но там предлагают небольшой формат. Маленький обзорный текст, ну вот, как бы основные вехи творческой биографии Мандельштама. Когда он начал писать стихи, когда какие сборники вышли и так далее. А тем временем наступил 65-й год. А в 65-м году был первый, 30 с лишним лет спустя, вечер поэзии Мандельштама. Последнее публичное выступление Мандельштама состоялось в Москве и Ленинграде в 1932 году. Этот вечер был организован в университете по инициативе студентов физического факультета, где у меня были знакомые и друзья. У них там был... Ну, была такая культурная программа. Ректором был Петровский. Вот. Поэтому можно было. Ну и вообще физикам, математикам разрешалось больше, скажем. На филологическом факультете это было бы невозможно. Этот вечер вел Оренбург. Ну вот там выступал Шаламов, читал свой рассказ «Смерть поэта». Там выступал Коля Чуковский со своими воспоминаниями. А были опубликованы в журнале «Москва» воспоминания Коли Чуковского, Николая Корнеевича, который знал, он моложе, но он знал Осипа Ильича, и несколько стихотворений, напечатанные в журнале «Москва». Это уже публикация в центральном журнале, это уже равносильно официальному признанию, разрешению такому, как бы цензурному. Ну и действительно, потом была Воронежская публикация, потом была публикация в Тифлисе, потом была публикация в Ташкенте. В общем, почти все стихи 30-х годов были опубликованы в течение ближайших 2 лет после этого. И там была Надежда Яковлевна. Аудитория была полна, большая аудитория физфака. И Илья Григорьевич сказал, здесь присутствует вдова поэта Надежда
якорь на Мандельштам. И аудитория устроила ей овацию стоя. Ну вот известно, в 1946 году после войны в Москве прошли вечера, где выступали Пастернак и Ахматова. И на одном из этих вечеров, вот так вот, чуть ли не в университете, не помню сейчас где, аудитория встала. И когда Сталину доложили, первый вопрос, кто организовал вставание? Никто не организовал. И тут никто не организовал. Надежда Дьяконова очень недовольно повернулась, кивнула и сказала, как писалось помещение, я к величаниям еще не привык. И села выступать, она отказалась. Но я потом подошел к ней и сказал, Надежда Яковлевна, там то все, вот Осипов Ильич, вот то все, а вот что с этим стихотворением. Ну, она устала, и не до того ей было совершенно. Вот так я с ней познакомился. Наташу Горбаневскую уже выпустили из Казанской спецбольницы, и она в городе. Она инициатор хроники. И вот она и Таня Великанова, которая стала лидером хроники, после того, как Наташу все-таки посадили и отправили в психушку, они там гуляют по Москве, разговаривают, заходят в Столешником, там был такой подвальчик с пивом, сидят, пьют пиво, девушки сидят, пьют пиво, нормально. Таня была подругой моей жены, очень близкой подругой. Она жена Кости Бабицкого. Костя. Уже он вышел из своей ссылки, но в Москве он устроиться на работу не мог, и там он устроился на работу в музее Островского, в его имении. Ну, короче, его в Москве, ну, нету, почти физически нету. Редко бывает. И они разговаривают, а жена к этому времени стала ездить летом в экспедиции, изучать староверов. Староверов рассеяния, то есть староверов, живущих там на Украине, в Молдавии, ну вот так вот, на Урале, на Южном Урале. И она собиралась в очередную экспедицию летом. А они в экспедицию ездили, специалисты, то есть там историки, археографы, девушки в основном, лингвисты, диалектологи, как моя жена, она диалектологией занималась русской. Но им нужны были мужики таскать, ну, фотоаппараты таскать, фотографировать, магнитофоны таскать, тогда они были довольно габаритные и тяжелые, записывать, костер разводить, там палатку, ну вот, ну, мужики. Это называлось квалифицированный рабочий. Это такая была должность, оплачиваемая, ну, скудно оплачиваемая, понятное дело. Ну и возможность поехать в экспедицию, вот путешествие, всякое такое дело.
И жена искала такого человека. Таня про это знала. Я с Таней тогда не был знаком, а с Наташей мы дружили там с 61 года. И Таня спрашивает Наташу, как человека более такого общительного и активного, нет ли у нее на примете какого-нибудь мужика, которого можно рекомендовать. А все не так просто. Рекомендовать, значит, это должен быть свой надежный человек, который не украдет иконы, а там бывают ценные, книги, они тоже бывают ценные, будет себя вести нормально, не будет девушек обижать, ну и так далее, да? И Наташа, имея в виду меня, говорит, вот есть, я спрошу. Приехали, и она меня, Аленка меня повезла к Софье Васильевне Калистратовой. Сказала, вот мне надо к ней поехать. Я говорю, ну давай я поедем вместе. Она говорит, ну давай. И она меня привозит и как бы знакомит. А мы с Софьей Васильевной давно и хорошо знакомы. Вот так и выяснилось, что это просто случайно, что мы раньше не встретились и не познакомились. И там через какое-то время она встретилась с Танюшей, познакомилась меня с Татьяной, и они при мне стали обсуждать дела с хроникой, открытым текстом. Там номер такой, выпуск такой-то. Это, ну, это как если бы вы познакомились, допустим, с княгиней Трубецкой, как человек, в общем, почти с улицы, а она бы вас привела к мужу, и муж бы при вас с Рылеевым стал бы обсуждать планы мятежа. Вот примерно так. Mutatis mutandis, но примерно так, да? Ну и что? А это вот Хемингуэй пишет в пятой колонии. И мне стали доверять. И так я втянулся. Нет, ничего такого я не делал, и ни во что меня никогда не вовлекали. Но если что-то надо было, можно было, то, ну, да. И выяснилось потом, что всех их я знаю, и все это я про все знаю. Это старший, вот он уезжает в Израиль. Это третий, самым маленьким, маленький уже теперь больше. Это четвертый, это вот маленький, это девица, она пятая, вот с маленьким шестым. Это маленькие с мамой, маленькие с папой. Это маленький со самым старшим. Это второй. Это третий, это четвертый.
Они все здесь бывали в разное время, в разных сочетаниях. Ну, все вместе нет, конечно. У нас не такая большая квартира, как у них. Но кроме маленького, маленький не бывал еще здесь. Слева это моя внучка. Внизу это Наталья Николаевна Гончарова Пушкина, она же. Это, как вы понимаете, Бродский, это Толя Марченко, это Лара Багарас. Это такая маленькая картинка Винсберга, ну совсем. Автография с ребенком. Автография с ребенком. Так я, прошу прощения, с дочкой. Только это давно очень. Это 76-й год, наверное. Писал ее, соответственно, прабабке своей жене. А он был, Соня, пиратом. Тогда перестану вас развлекать. Ну, то есть, ну, не буду этого делать навязчивым образом. А если вы слышите, то я вам скажу, чего они там делают. Смеются. Вот такие скверные люди. Все, Саша. Все, дорогая Саша, я все, в общем, приготовил более или менее. Ой-ой-ой.